Трамвай ЛВС-66 был построен и выпущен заводом в 1965 году. Данная модель эксплуатировалась лишь в Санкт-Петербурге. Они были переданы в трамвайный парк, который назывался «Нумерация» до 1983 года. Таких моделей в данном парке было 4 штуки. Когда трамваи были привезены в парк, им дали бортовые номера, а именно 1001, 1002, 1003 и 1004. Если посмотреть наперед, на кабину, на салон и назад трамвая, то он похож на трамвай ЛМ-68М под борт номером 6249. Когда наступило 30 декабря 1982 года, был списан первый трамвай ЛВС-66 под бортовым номером 1001, а остальные трамваи были перенумерованы и переданы в трамвайный парк номер 9. Сперва их перенумеровали в бортовые номера, а именно 9001, 9002 и 9003. Но и там ЛВС-66 эксплуатировались не так долго. К концу 1985 года был списан трамвай с борт номером 9003. Затем был списан еще один трамвай ЛВС-66, а именно трамвай с борт номером 9001. Самый последний трамвай ЛВС-66-9002 не смог поступить в музей электротранспорта Санкт-Петербурга и был списан через 3 месяца после списания трамвая 9001, 27 июня 1986 года. Тогда жители города ездили на ЛМ-68, ЛМ-57 и на одном трамвае «Татра». А когда настал 1990 год, началось производство трамваев ЛВС-86К, которая имеет несколько модификаций, которые по сей день работают на улицах города. И теперь, когда трамвай ЛВС-66 был выведен из эксплуатации в городе Санкт-Петербург, теперь самый первый сочлененный трамвай в Санкт-Петербурге навсегда уйдет в историю. На этом мы заканчиваем наше видео. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был я, Питерский 198. Увидимся в следующих видео.